Thank you.
храм пещеры Тигра, который является архитектурным чудом. Храм расположен на вершине холма, лицом к плотине и к обширным рисовым полям. Храм получил свое название, потому что он был построен возле пещеры, в которой когда-то жили саблезубые тигры. Крутой подъем 157 ступенек поможет добраться до верхней части, где гигантская золотая статуя Будды лежит внутри купола полукруглой ауры. Основной особенностью часовни являются многоуровневые фронтовые и дверные арки, построенные на базе восьмиугольника. Такое расположение свойственно только этому храму. Кстати, вы замечали, что на некоторых храмах крыши увенчаны или змеей, или драконом. Отличие их в том, что драконы расположены на китайских храмах, а змея Нага только на тайских. Эти добрые и умные гиганты всегда пользовались у местных жителей любовью, уважением и даже почитанием.
индийский слон, или, как говорят тайцы, азиатский слон, был незаменим в условиях средневекового Сиама. Он выполнял множество самых разнообразных функций. На него выпадали основные тяжести сооружений. That's a big one though.